И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с Нивы познакомит Алена Матвеева. Небеса закрыты облаками, к хорошей погоде в ближайшие дни. Вечерний туман предвещает тепло утром, а большое количество звезд на небе сулит раннюю весну. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 14 февраля в Кирове ожидается облачная погода, небольшой снег. Днем минус 7, ночью минус 9 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Удачного вам вторника!